Всем доброго времени суток. Сегодня вот у нас 5 ноября уже, и на улице погода солнечная, тепло. И вот на моей пасеке вылезли пчелы на облет. Здесь они бьются немного, видно, воровки лезут. В этом улье облетик небольшой такой. Здесь также летают. В этих ульях, покуда тишина. Сейчас уже у нас по времени 14:29. Почти 3 часа дня. Так как у меня ульи стоят на север Литхани, то облет в основном и проходит так, и летом даже, после обеда. В этом вот улье активно облетываются пчелы. Самый сильный облет. Это... Ай, чуть не укусила. Это тот рой, что весной ранней сажали. Не помню точно, в апреле. В апреле, кажется, в середине. Вот он сейчас и облетывается хорошо. Там также он облет. И здесь, покуда у нас тишина, так, одиночные пчелы залетают только. Этот улей вот пустой, и этот пустой, маленький, что с покрышкой на крыше. И вот этот пустой. Все остальные с пчелами. Там еще крайний желтый пустой тоже. 13 семей на зиму пошло. Я уже думал, облета не будет их, так как уже и снег немного мокрый покрапывал. Ну, он до земли не долетал, снег, но видно было, что снежинки. И вот вчера ходил за грибами, дождь день был, пасмурно, а вот сейчас распогодилось с утра, поднялась температура. Не знаю, сколько на улице, но, наверное, градусов будет около 15, может, меньше. Вот решили пчелы облететься. Это хорошо, что сейчас облет проводится. Хорошо, что без чего и во всех ульях, но, наверное, некоторые это не выйдут. То, что скоро уже 5 часов солнце на посадку пойдет. Ну, хотя бы так облетятся на зиму, нормально будет. Не помню, чтобы облет в ноябре, когда был поздно так. Здесь-то так, тишина. В литке он некоторые выглядывает, только вылазит. А вот синий тот, что в центре кадра облетывается хорошо, и этот. И белый, что в центре кадра. Ну, хотя бы немного облетятся. Пускай не все семьи. Будет зимовка лучше проходит. Не будем им мешать. То, что и по траве бегает. Вот на участке навоз лежит. Что-то на нем минеральные вещества ищут, наверное. Вон мой питомец идет, котик. Маленький. Эх, красавец. Ходит за мной везде. Все лащится. Вот еще один. Это от одной кошки. Двоих отдали уже. Серенький был. И копийный вот, как этот, хорошие люди забрали. А так у меня этих два, еще там три маленьких. Две кошки и кот большой. Целая ферма котина.
Сегодня у нас воскресенье, погода хорошая, скайп-пчелы облетятся, то, что уже передают на следующей неделе. Мороза будут, похолодание. Это, скорее всего, что последний облет в этом году уже. Ну, с современным климатом непонятно. Последний, не последний. Может, еще тепло будет. Пускай пчелы блятвуются, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.